This is Louise Green for MMA Crazy, and I'm joined by Liana Jojua, who takes on Sarah Moraes this Saturday at UFC 242. How are you doing today? Hello. Что она сказала? Сегодня я встречаюсь с Лианой Джорджева, которая встретится, соответственно, вот в бою уже буквально в эту субботу здесь на UFC 242. Как вы сегодня себя чувствуете, поживаете? I'm fine, thank you. good. And you're making your UFC debut this weekend. So how excited are you to be here in the moment? You know, during media day, you also had a face-off. How exciting is it for you to be here? Насколько вам интересно здесь находиться? Насколько вы рады? Вообще-то вот первая такая, собственно говоря, ваше участие в UFC. И что вы думаете? Какие эмоции вообще? I'm speak rush, okay? Я очень сильно рада, что мой дебют состоится на таком громком турнире, который будут везде практически транслировать. Я немножко волнуюсь, я очень хочу показать зрелищный бой, вот, так что я очень сильно рада. I'm very happy that I'm participating in a tournament which will be shown all over the world and so much. But I'm obviously a bit nervous because this is sort of a first time for me. And you will be the first ladies to compete here in Abu Dhabi for the UFC. How special is that for you? Вы будете одной из первых девушек, которая будет выступать здесь в Абу-Даби. Насколько что это для вас значит? Я даже не знаю, что это значит. Я даже не знаю, что это значит. Ну, как это символически в некотором смысле, что... Ну, я очень рада, что в Абу-Даби будут женские бои, потому что, я думаю, для них это в новинку. Вот, они увидят, что хорошие спортсмены могут быть не только мужчины, но и женщины. Поэтому для меня это волнительно, что я буду именно первой и должна буду обязательно показать красивый бой, чтобы все говорили, что женщины тоже настоящие воины. This is obviously since this is going to be one of the first events where you know, women will fight. I think it's a good opportunity to show that not only men but women can be good athletes as well. And I'm obviously very eager to fight this Saturday. And your opponent, Sarah Moraes, she's been in the UFC for a long time now. She hasn't had very much success as of late. What do you think of her as an opponent for you? Да. Что ты думаешь про нее? Да, что ты думаешь про оппонент, про оппонентку, да, и вообще какие эмоции вызывает Сара Мораес? Я думаю, что она достаточно опытная, она давно в UFC, уже несколько лет, и практически пол своей карьеры провела в этой лиге. У нее очень хорошая борьба, джиу-джитсу, но я думаю, что у меня тоже очень хорошая борьба, грэплинг. И я думаю, предоставлю ей много неприятностей, я очень сильно заряжена и намерена показать очень яркий бой и очень сильное противостояние. She has definitely some ground skills, but I do as well. So I'm gonna show all my skills, and I'm really loaded. And I want to show the brightest possible fight I can. And talk a little bit about preparations. Then have things changed because of the time, the heat, the travel? How have things been in the run-up to this fight? Как изменилась подготовка вот в связи с тем, что здесь жара, перелеты, как-то это повлияло в целом? Я готовила больше кардио нагрузки и тренировалась в горах, чтобы тут хорошо дышать, и приехала за 2 недели, чтобы пройти всю акклиматизацию и чтобы мне было легче привыкнуть к этой сухой жаре. I was training cardio and in the mountains, and then I came 2 weeks in advance, so to have full, you know, be fully acclimatized, and so, you know, I'm ready for this heat. So how do you see the fight going down on Saturday, and how do you predict yourself getting the win? Как видите бой и как планируете побеждать? Этот бой я не могу предусмотреть, как он пройдет. Примерно, конечно, да, что она будет бороться со мной. Но я думаю, что я готова ко всем аспектам, и к борьбе, и к стойке. Поэтому я не знаю, как точно пройдет бой, но где бы он ни оказался, я буду драться до конца, я буду показывать зрелище. И готова к бою до последних секунд.
You know, I don't know how the fight will happen itself, but you know, I'm probably my opponent will try to show some ground game. But I'm ready for that, and I'll make sure that you know, I show the best possible, brightest possible fighting can, and I'm sure that I will win. Okay. Thank you very much. Good luck on Saturday. Thank you.